Всем привет, друзья, вы на CodePlay, и мы продолжаем наших классных бобров, которые предоставят нам следующее умение. Это научные какие-то просторы, и я думаю, это будет классно. Нам просто нужны ученые моменты, чтобы открывать разные данные вещи, чтобы и где-то похавать, и какие-то магазинчики, как видите, там рабочие места, что-то еще. То есть бобры должны как-то себя реализовать. Итак, я думаю, научную обсерваторию можно поставить возле деревьев, потому что уединение, конечно, здесь не уединение, здесь, конечно, будет долбить, но ну, сделаем здесь. Пусть они сделают здесь ее. Думаю, не заставит это долго ждать. Надо... Так, картошечка скоро взойдет. 77%. Итак, да, возьмите, пожалуйста, по бревнышку, друзья. Нам нужен человек. Еще что-то туда. Кизи будет здесь работать. Планочки принести. Итак, построили научный. У нас гилда будет работать здесь. Получается, два генератора генерируемого поинта. И как же это работает? Где же она? А, вот она идет. Она такая не знает еще о том, что, как бы сказать, она будет работать. Но это ее первый день. Первый день работы в научном центре. Итак, процесс очень, в принципе, неплох. По крафтингу по 12, 13, 14. В принципе, нормально. И супер-мега скорость, но, извините меня, ученые периодичностью тоже все делали. Итак, у нас здесь пока что ничего, нечего здесь делать. Кизи подрабатывает иногда, когда как. Вот здесь он осталось три штучки подхлестать. Хотел бы поставить на 70%, на 70% вот какое-то фитнес-место. Видимо, ляжками поторговать. А также я хотел бы гриль. Сделать гриль для картошечки. Типа, оно рацион 2 предоставляет нам. Типа, поджарка, и будет классно. Как вы думаете? Я не знаю, что будет. И как вам понравится. Так, два опыта. Так, давайте посмотрим, что можно сделать вообще. Посмотреть, так, 70 опыта, 250. И нам, наверное, понадобится несколько, потому что что-то маловато одной научной фигни. Нам еще нужна будет. Два ученых, это неплохо, я считаю. Они будут между собой рассуждать. Вот 30 поинтов как раз. Это вот как раз пшеничка. И здесь у нас есть как раз чтобы поставить для перехода с пшенички, вот это все, переработка. Вот, что мы с вами и сделаем. Здесь как раз соединитель рабочий, как видите. Поставки, все это рампы и декорации можно. Кстати, чтобы красиво все было и все было аккуратно. Даже есть лавочки, мы можем поставить лавочки. Поставить здесь аккуратненько где-нибудь, чтобы они присаживались, отдыхали иногда. Есть монументы. Это классно. Это классно. Здесь все так осуществлено. Это очень мило. Итак, нам нужно побольше, наверное, что-то. Я насчет того, что опыта и поинтов. Ну что же мы сделаем? Это мы не будем трогать.
Я, конечно, хотел побольше бы сделать, чтобы материалов, но на данный момент я не вижу смысла. Вот водный, хранение водное, это нужно дальше идти. Итак, друзья, я хотел бы вам показать новое здание. Это называется, получается, типа для рациона картошечки. Топливо нужно дерево, несомненно, здесь получается. И рацион он получше будет. Вот он готовится, картошечка жареная, как понимаю. Ну, то есть получается на с этими вот как чипсы. Чипсы. Вспомнил, чипсы. Это прекрасно, прекрасно. Понес. Заготовленная. Вот она. Да. Патата гриль 4. 4 штучки получается. 10 килограммов. Положил, да? 4, да. В принципе, получается, он затрачивает 3 дерева, 4 патата. Но рацион второй, он на улучшенный, более качественный, больше и быстрее наедаешься. Ученые у нас работают потихонечку, 130 опыта у нас предоставлено, и мы можем что-то осуществить и что-то открыть. Для нас очень интересно, есть возможности, мы открыть можем много, но, конечно, здесь очень есть дорогие моменты, чтобы как в ученой степени есть сделать для того, чтобы, например, если есть поля пшенички. Также есть. Так, дома есть какие-то более. Нет, такие же маленькие есть домики. Больше и не нужно. Это для активности. 6. Это для большего дома с хранением. Чтобы попить воды, чтобы далеко можно было поставить сюда, чтобы они не бегали сюда к воде. Конечно, нам нужен будет лесник, чтобы он сажал деревья, потому что это, конечно, проблем будет иногда. Но его нужно открыть. Открыть обязательно нужно будет лесника, а также открыть надо другие моменты еще. Так что на этом смотрим дальше. Друзья, чуть-чуть, чтобы вас не затыкивать и недолго, что вы ждали, показать хотел вам предоставить это новое место. Зенди здесь, Зенге работает. И это место лесничего. Он занимается посевом деревьев. И пусть он с этим работает очень хорошо. Так, вот побежал наш друг. Он, наверное, рад, то, что ему предоставили такую возможность работать. Все должны плодотворно работать. Наши ведь бобры, они ведь классные. И они должны чем-то заниматься. Интересно, как он работает. Так, он смотрит с вышки и следит за тем, чтобы дерево были. Да? Я понимаю. Чем он? Что он делает? Ну-ка посмотрим. Ага, осматривает такой пенек. Опа, пересадил в молочник. Блин, это классно. Это, блин, классно. Ты молодец. Смотрите. А что делает? О, какой. Взял корни. Отфигачил. Все лишнее. Берет. Так, куда ты побежал? А, вот посадил. Посади, да? Да? Лесничий необходим. Потому что без деревьев мы никто. Итак, все работают, все плодотворно происходит, ученые тоже. Что же я хотел бы еще? У нас должно быть какой-то декор, должно что-то красиво быть осуществлено. Ну и хотел бы, конечно, что-то новое внести в эту лепту этой серии. Так, это гриль у нас.
на данный момент это пшеничное поле, которое можно будет оформить именно здесь, то есть добавить выше этих полей и делать хлеб. Хлеб, точнее муку, потом хлеб. И это будет, я не думаю, плохо, что она предоставляет, получается, по 70 за 10 дней. И это нужно посмотреть, да. Конечно, мы должны это сравнить. Все аккуратно. Здесь еще вот эти деревья есть. Надо смотреть, как они действуют. Сколько им нам нужно с них. Это же нужно готовить. Также я хотел бы поставить. Здесь помпа есть. Но здесь нужно где-нибудь сюда водную. Чтобы далеко не бегали, что-то еще. Либо, ну, или оставить так же, как есть. В принципе. Вот здесь еще место одно есть. Оно 130. Нужна бумага. Нам уже заводы для того, чтобы здесь получается мы 20 получаем науки за 4 листа бумаги. Это, конечно, не как сейчас мы, получается, там, сколько там, 2 очка поинтов получаем за, ну, не знаю, там, за малое, очень малое количество. И, как бы сказать, иногда ожидание это убивает. Никто бы, я думаю, не хотел бы упираться в ожидание. Так, это для, нужно сделать специальную... здание, где по выделке и переработке. Но давайте, наверное, так, 80 сделаем, что мы могли быть сделать декор какой-то, чтобы было что-то красивое такое. Давайте вот так оформим три куста, пока что три куста, и вот здесь у этих домов, чтобы между домами было какое-то пространство, и они вот так вот, например, через стенку друг друга не слышали, когда они будут аккуратно там, как бы сказать. О, этот уснул, где уснул? Не дошел до дома. Бедный, бедный Юрик. А всем хватает хат, кстати. Нужно еще делать. Давайте посмотрим. Так, вот он затрагивает, получается, территорию насчет деревьев, где они заготовочки. Я думаю, нам еще нужны лесники. И нам, конечно, дома тоже нужны. Занимается, да? Кто-то прибегал сюда, смотрел. Лом. Вырубкой в водичку. О, опа, поставили кустик, прекрасный кустик. Надеюсь, их это порадует. Кстати, здесь вот это вот надо Лида потом посмотреть, фитнес место, возможности. Итак, давайте, наверное, что же мы сделаем? О чем мы подумаем? Пшенички? И наступила ночь, друзья. И у нас, самое удивительное, мы открыли новую для себя расу. Это бобры. Но бобры какие? Как я понимаю, это бобры-работники. Бобры-работники. Те, которые производительность, но хавать они тоже любят. А как их, например, я не знаю даже как применять. Но, надеюсь, нам помогут потом, в будущем. А ты чё, уснул прямо на месте? Ох, бедный. Так, здесь места хватает, да, всем? Кстати, я хотел бы еще домик поставить. У нас такие аккуратненькие домики. Между двумя домиками будут как раз кустики.
чтобы было все видно и аккуратно. С каждым моментом все больше и больше. Надеюсь, добавят еще дома для... И у нас будет заполнено как бы здесь вот так дома аккуратненько. Побольше, чтобы дома. И они вмещали больше народу, чем на данный момент является этот факт. Так, я хотел бы еще поставить, конечно, лестничного суда. Это место, ну, перекуса. И такие моменты. Вот сюда, да? Пусть следит за этими местами. Сколько у нас? 14 бобров. 14 бобров, все работает, все аккуратно, все плодотворно. Добавим еще одного бобра. Пока что на данный момент у нас не задействовано особо прям мега классно куда-то что-то строить. Ну, только здание вот это вот и пара кустиков, все. Ну, это такое. Так что, сколько они получается? Хранилище нормальное еще. Надеюсь, за этим регионом будет следить. И, потому что этот участок деревьев, он будет предоставлять нам дополнительно какие-то перекус зубов, на зубок что-то. Гриль работает. Кстати, здесь нужно будет, да, здесь добавить нам нужно будет вот эти досточки, чтобы быстрее перемещение было. Как ты там, работяга? Тебе все хватает? А, водички? Вот, кстати, водичку надо поставить. 120 нужно. Водная помпа. Да, 120 нужно будет. Это нужно будет установить куда-нибудь сюда, чтобы, ну, не бегали, не скакали сюда. Потому что, ну, это несерьезно. Они должны в достатке иметь воду и не только. Так. Ну что, друзья, тогда давайте на этом остановимся. Сейчас после построечки лесника. А здесь досточки они притащат. Это сажает потихонечку. У каждого своя территория. Вот здесь одна. Этот свой берет территорию. Что-то лесорубов, конечно, не вижу. Или их нету, или я забрал последнего работника. Давай здесь сделаем одного. Чем заняты друзья у нас? Пусть делают лесника. А лучше всего побольше детишек, чтобы они там выросли наконец. Доски. Я здесь обирал чуть-чуть. Не хотел, чтобы, ну, здесь успели тоже вырасти. Иначе как по-другому. Так, тащит морковочку. Хорошо. Нам больше еды нужно. Все больше и больше. И качество еды. Насыщение. Все, друзья. Скоро будут готовы два здания, которые мы ждали. Итак, друзья. На данный момент все лесника сделали. У нас занимается Аги, получается. И знаете, что я заметил? То, что они садят обычные елочки. Он не садит
получается, наши вот эти вот деревца. А именно он садит, точится как березка. А елочки пихает. Просто напихивает елочки. Так, забито, да, полностью? Да, забитый полностью. Но нам открывать надо больше размер. Но это на 250 за очков, чтобы хранилище было огромным. Потому что некуда складывать этот. Вот сейчас они хавают. Поесть-то есть место. А вот все остальное. Так, давайте, друзья, на этом остановимся. В следующей серии мы продолжим. А на этом все. Всем большое спасибо и всем ребятам. Прям большущие обнимашки и словашки. Так что приходите снова, смотрим, что будет дальше в наших уютных местах наших бобров. Всем пока.